Сереженька, ну и вот по традиции, как обычно, поехали. Сережа, извини меня, пожалуйста, что я стих взяла из интернета, но как бы все врут, вот. Обещает исправиться, не переживай. Да. Пока, я тебя жду. Влад, вот мне кажется, вот эта маска очень подходит именно тебе. Какое-то лютое говнище. Прекрасная маска, но ты если не обосрешь, ты не проживешь. Пока, сики. Ну я ладно, я продюсером не можно. Я сегодня, как говорится, без мягкого... Смотрите на режиссера! Мне кажется, что это не режиссер вообще. Это новый участник, который должен дать на проект. И как минимум, как максимум, это актриса какого-то кино. Посмотрите на нее. Это красавец. Спасибо. Вот где такие режиссеры? Вот где? Вот на каком канале они есть такие? Но нигде таких нет. Спасибо большое. Спасибо. На самом деле, я клянусь, я никуда не собралась. Я пришла просто... Это на работу она так ходит? Я просто пришла на работу. Вы видите, как у нас на работу ходит режиссер? После этого еду потом на поляну. А все операторы мужчины у нее, чтобы вы понимали, в подчинении. Вот так вот, да? Она приходит и соблазняет их всех. Нет, я никого не соблазняю. Идь. Тоже решила от Ани не отставать, но у меня, правда, ничего нет, никакого мейка, зато есть бабки. А, только прям вот так. Посмотри, Ань, какие бабки. Ой, какие прелестные. Ну и временки это такие, да, бабочки были, но другие. По-моему, вот так, по-моему, летали. Да, 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 но это красиво. Хороший, ми-ми-ми. Ну так вот. Ну, мне нужно сегодня что-нибудь сделать. Мне нужны сегодня чертята, потому что бабочки это... Ну это микс. Ты сегодня ми-ми-ми. Я должна с тобой сказать об одном неприятном человеке. Вот как ты считаешь, кого я имею? Я знаю, кого. Нет, я хочу, чтобы мы сказали. Такой неприятный человечище, прям неприятный, Аня. Ты же понимаешь, он мне потом будет палки в колеса ставить, он будет спиной камерам становиться. Он будет всем палки в колеса, мы должны сказать. Он такой неприятнейший человек. Он просто сейчас, понимаешь, неприятнейший. Но мы об этом никому не скажем. Никому не скажем. Еще и все, блин, пишут, что у меня с ним там чего-то что-то. Да Господи, помилуй. Иду в кадр. Сегодня снимаем разбор недели. Смотрите шоу ББ с понедельника по пятницу в 11:30 на канале ТНТ. Накатал-то, пост накатал, сидел, писал. У меня есть предложение, которое тебе сейчас очень понравится, Влад. Ну, я мужчина одинокий, я готов к разным предложениям. Давай начнем шоу. А, да, я-то просто не одинока. Так, ну хорош, ну все, ты хоть... Что за мужчина, вечно, что вас жалеть, что ли, приходится? Давайте начнем писать шоу. Нет! Он опять ноет. Таня! Влад! Я отказываюсь. Дурын, давай. Владик, ну пойдем, пожалуйста, ну ты такой хороший ведущий. Ты такой... Мне просто сейчас такое сказали. Чего это стерва тебе в ухо говорит, а? А? Что это стерва там говорит на меня? Так, ну и фиксация, конечно же. Лук-лучок.
Катюш, это у нас Зара, да? Зара. О, Зара наше все. Спасибо Заре. Она выручает нас пандемией. Да, выручает нас очень сильно. Черно-белый костюмчик. Кайфовый такой. Юбочка, а сзади шортики. О, ничего, работы. Смотри, ничего. Я тебе говорю, какая у меня маска. Прекрасненько. В общем, ну что мы делаем со Светловой? Шоу закончилось, мы час обсуждаем, что мы сегодня... А что? Не пообсуждать. А что не пообсуждать? Мы бизнес обсуждаем. Оля! Мы хотим, чтобы он был счастливым. Бизнес, будь счастлив, дорогой. Пожалуйста, даже отметим, давай Бизнес. Давайте отметим. Бизнес, будь счастлив.